Вот сегодня мы поработали, то сколько могли, сейчас будут уходить. Идите сюда, поблагодари Бога. Вот сюда, сдвиньтесь маленько. Вот сюда, подойдите. О, на, Андрюша, с той стороны зайдешь. Засунь руку туда, брось фуражку-то на тебе. Она уже включенная, посмотри. Я сейчас посмотрю. Сказал нам, ты побудил дух наш увидеть, как все произрастает и как навести порядок. Ты благословил и сердца людей и дал им желание приехать. Слава тебе. Распусти за с миром. Мы просим, упокой в обителях небесных, но представленного Амбросия, раба твоего. И посети болящую Марию, всех западающих на молитве о них. Найди отступника. Не дай им погибнуть в ожесточении лжи. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У нас стихотворение есть такое. Ну, Люша, ты слышала, нет? Я написал для женщин. Да. Я женщинам всем благодарен их досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы, из нее исклюили щекосы. Заноза в них не вошел, и нечего того расшить. Вот. Я благодарю. А в конце заканчивается обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Что и чего? Это мне не напишет ни Евтушенко, 4 раза женился, ни тем более Есенин, никогда ему этого не видать. Тут показана радость от общения, которое Бог дает, от любви, достойной подражания с Богом. Мы сейчас останемся, сколько кто? Вывезти там надо. Выехать. Один Андрюша останется, нам достаточно будет. Все, спаси Христос. Снимал Андрей Головач. Вот так. Все, пускай уезжают. Любезные наши сестры. Змеёй струились щекосы. А там у меня голуби. Говорят, у вас дрожит экран. Руки дрожат, а другого нет. Что-то вернулось назад еще. Бери, бери, бери. А, она подкармливает, решила, голубиный помет зимой здесь был. Надо показать, что, как, чем закончилось. Ой. Вот как виноград теперь у нас выглядит. Можно обойти, подойти. А до этого нельзя было подойти. Сейчас поливает Надюша. Вот Елена пыль подняла. Без этого никак. Вода рядом в ванне. Так, я забыл вам наказ один дать. Всем вместе сейчас подойдут. Чтобы здесь без ведома старших ребятишки не лазили нигде. Вообще не заходили на огород. Ломают, я приезжаю, ягодки не могу найти. Ну куда это годится? Это вы знаете, о ком я говорю. Так, я еще раз наказываюсь. Подожди, это не нужно тут. А, это туда? Да, мусор. Ну да. Все, да, убирайте. Смотрите, чтобы ребятишек сюда не пускали, ни к яблам, никуда. В дребезги все разносят. Мы приезжаем, даем. Это все же и не без них. Трясут бедные, как липку. Сейчас туда подкати, а обратно на порядке, чтобы оттуда набрать. Да. Все, вон, бери у Лены там.
Да, оно почти наберется. Вот как, не думали ничего, тут сразу раз. Мы сестры. Там собачки. Сережа, произнеси, какая порода это собаки? Шарпей. Шарпей. Шарпель, а я думал шрапнель. Шарпей, без ли. Шарпеть? Нет, и краткая. Шарпеди. Шарпеи. А что это, кто ее вывел-то такое страшное? Китайцы. А? Китайцы. Ой-ой-ой, ужасно. Я посмотрю, какая у него физиономия-то. Он прям как будто бы в НКВД служил. Охранял. Но какой ты есть. Ну-ка давай посмотрим. Ты сам себе, наверное, нравишься, да? Шрапнель. Шарпель. Ну-ка. Ну. Ты укусить можешь, наверное, да? Китайский. Уж сопливый какой. Коронавирусом заболел, наверное. Ой-ой-ой. Но. Ты не виноват, что узкоглазый такой. Я тебе буду хорошие слова говорить. Хорошенький ты. Лоб наморщенный, видно, что мыслящий лоб-то. Как у этого. Теорию относительности это Эйнштейн придумал. Лоб наморщенный. И какая у него там вдоль идет морщина, как у Солженицына. Не потому, что неуважительно, а морщина одна только. Все. Sure.